Неважно, будь то мирянин или монах, не стоит уделять много внимания и проявлять много страсти каким-то объектам достатка. Опираясь на большое количество желаний, человек будет стремиться обретать это и испытывать очень много страданий для того, чтобы обрести им желаемое. Поскольку желаний много, все равно не сможет обрести всего того, что он хочет. То есть целой жизни не хватит.